166 человек на 100 тысяч населения. Таков интенсивный показатель заболеваемости коронавирусом Белгородской области. Коэффициент распространения инфекции держится в пределах единицы. При этом в регионе свободно больше половины коечного фонда, растет охват тестирования. Почти у половины инфицированных заболевания протекает бессимптомно, а большая часть тех, у кого есть клинические проявления, переносят ковид в легкой форме. Женщин среди зараженных больше мужчин – 1500 против 1000. Возраст 34% заболевших от 30 до 49 лет. Затем идут граждане от 50 до 64 и 15% группы риска старше 65 лет. По социальному статусу больных коронавирусом почти половина, 45% работники сферы услуг. Вторая группа – пенсионеры, затем медики. 7% – это учащиеся, 4,5% – рабочие, 4% – служащие и 0,5% – представители силовых структур. Заражаются опасные инфекции чаще всего в семье и близком окружении. С начала пандемии в регионе победили вирус 1054 человека. В больницах области сегодня находятся 493 пациента с положительными тестами на ковид. 15 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Среди госпитализированных 12 граждан, которые зарегистрированы в других регионах России. Еще 1055 жителей области лечатся на дому. По контакту с заболевшими изолированы 2370 человек. Общее число случаев коронавирусной инфекции на Белгородчине составляет 2624. За последние сутки плюс 76 больных, из них 27 – старооскольцев. Всего в округе, по данным на 4 июня, 437 заболевших, 155 пациентов уже выздоровели.